Отан неден бастау алат? Бұл формула қандай қосылғыштардан тұрады? Туған жер жайлы толғанғанда көз алдымызда қандай таңбалар пайда болады? Аспан түстес байрақ па? Күн сәулесінде қалықтаған қыран бейнесі ме? Сайын дала тұлпарының үйірі ме? Шұғылалы сәуле шашқан бәйтерек пе? Бәлкім Алматының заңғар шыңдары мен қар барысы болар. Әлде қарт Каспийдің толқындары Шығыс Қазақстанның тау сілемдері мен өткен дәуір ескерткіштерінің ғаламат көрінісі шығар. Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни, символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухаммедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснемся к древним тайнам, услышим невероятные легенды, насладимся бескрайними просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины. Аңыз бойынша Сопы Қожа Ахмет Яссауи өз шәкірттерін шақырып алып, оларға шаңырақ арқылы садақ атқызады. Ал жебелерін тапқан жерлерінде сопылық негіздерін уағыздайтын болады. Әйгілі сопының ізбасарларының бірі батысқа Маңғыстау өлкесіне аттанады. Сөйтіп есімі мәңгілікке ел есінде сақталып қалады. Бүгін біз Шопан ата жебесінің ізімен сапарға аттанамыз. Экспедиция «Сакральный Казахстан» все ближе к тому месту, куда вонзилась стрела легендарного ученика Суфия. Мы прошли долгий путь из Астаны. В прошлом выпуске в дневнике путешественника появились заметки о мавзолее Мана, горе Шеркала и музее мифолога Серикбола Кундыбая. А сегодня день застал нас в дождевой пелене между Бейнеу и Щитпе, там, где почти два столетия назад над бескрайними просторами моря высились военные укрепления исчезнувшей империи. Мы прибыли к форту Ново-Александровский. Ново-Александровский форта. 1834 жылы құрылған. Қоныс аударылған орыстарды қорғау үшін салынған. 1846 жылы таратылып, Маңғыстау түбегіне және түк қарағай шығанағына ауыстырылады. Укрепление было воздвигнуто на заливе Кайдак по приказанию управлявшего тогда Оренбургским краем генерала Перовского, и надежды на форт Новоалександровский возлагались большие. Военные должны были предотвращать разбои в море, защищать рыболовные артели, быть грозой казахских племен на суше. Учитывались и финансовые интересы Российской империи. Через гарнизон планировали наладить торговые связи с правителями Средней Азии. Увы, точку в этих чаяниях поставила природа. Мы прибыли на Чинки-Устюрта. В 1834 году здесь был основан форт Ново-Александровский. Он просуществовал всего 12 лет, и ввиду того, что здесь не было подходящих природных условий, гарнизон поменял дислокацию, ну а нам остались следы большого прошлого, большой истории, и те туристы, которые приезжают сюда, могут любоваться превосходным пейзажем. Панорама открывается на узкий и длинный мелководный залив на восточном берегу Каспийского моря. В 19 веке вода подступала бы к моим ногам, но с 30-х годов прошлого века уровень моря начал резко спадать, из-за чего на месте залива образовался сор. В конце 20 века вода начала возвращаться. Для многих из нас этот вид на хмурый Каспий – первое знакомство с легендарным водоемом. Лучше всего разглядывать укрепления с воздуха. Но и прогулка по старым ступеням вполне дает представление о масштабах форта. Стратегическая ошибка в буквальном смысле дорого обошлась имперским строителям. Капитальное было сооружение. А место это, между тем, среди туристов весьма популярное. Приезжают из разных уголков мира, прикоснуться к военной истории, увидеть воочию один из форпостов большой игры, затеянной между Российской и Британской империями. И приехали вчера, ну вот сегодня нас погода немножко, конечно, подвела, но не испугала. Надеемся, что завтра будет погода лучше, и мы более походим, посмотрим. Мы путешествуем, в принципе,
каждые выходные пытаемся куда-то выбраться, и независимо от похода, зима ли, весна ли, лето ли, ну, увидеть... Вы сами видите, какая картина сзади, и увидеть это своими глазами, чем на картинке, это намного интереснее. Поэтому, когда говорят, что степь ровная и скучная, и серая, это неправда. Очень много красивых мест на Мангыштаке, куда можно поехать, что-то увидеть новое, где-то прикоснуться к истории своими руками. Каспийское море – главный ориентир нашего путешествия на запад. Но если вдуматься, то море начинается уже здесь, среди этих меловых гор. Дело в том, что весь регион десятки миллионов лет назад был дном огромного древнего океана. Тенетис – ежелгі Гондвана және Лавразия құрлықтарының арасында толқып жатқан. Осынау алып су айдынынан қалған жырнақ, бүгінгі жерорта, қара және Каспий теңіздері. Находки окаменелости морских животных там, где морем и не пахнет, с древних времен объяснялись историей о Великом потопе. Но мы немного знакомы с палеонтологией и знаем, где найти самые ценные мангыстауские сувениры – зубы древних акул. Дорога привела экспедицию в урочище Узак. Тетис существовал около миллиарда лет, с 850 до 5 миллионов лет назад. Но тех, кто приезжает к этим меловым горам, интересуют палеонтологические памятники эпохи Мезозоя возрастом 150 миллионов лет. Именно тогда теплые воды кишели живностью, приманивая хищников покрупнее. Мы ищем в толще этой известковой породы зубы акул. И вот сегодня наш участник экспедиции Данияр, вот и Сергей тоже, они нашли их, зубы акул. Данияр, у тебя была мечта, по-моему, да, найти зубы? Ну как мечта, это была второстепенная цель, которая появилась во время поездки, которая превратилась в основную цель, да. Вот я нашел! Ты счастлив? Да, я очень счастлив. Скелет хрящевых рыб распадался. Оставались только зубы, в составе которых нерастворимые фосфорные соединения. К тому же челюсть акулы – конвейер по производству зубов, которые заменяют те, что выходят из строя. Современная акула на протяжении жизни выращивает десятки тысяч штук. Именно по зубам палеонтологи изучают разнообразие ископаемых акул. Их обнаруживают практически по всему миру. Однако, несмотря на широкое распространение, распределены они в породах неравномерно. Останки рыб редко встречаются на меловых плато и представляют огромный интерес для науки. Но и для туристов, чего скрывать, тоже. Для того, чтобы найти зубы древней акулы, вам не нужно брать с собой саперное оборудование, лопаты, всяческие специальные приспособления, потому что все эти древности лежат в буквальном смысле на поверхности. Дело в том, что вот эти известняковые горы, которые содержат в себе ископаемые, растворяются от дождей, от снега, и это все течет, видите, след от белого ручья. Здесь такая вот глинистая белая почва. И ископаемые можно найти, глядя в это русло или там, где вы видите, как разрушается порода. Ну, вот вам пример удачной охоты. Зуб акулы, какой-то окаменелый позвонок, ну и красивый кусочек слюды. Думаю, что отсюда я эти сувениры заберу, и они будут напоминать мне о путешествии в Мангыстау. Ценность зуба как памятного артефакта высока, но каждая такая находка имеет и вполне реальную цену. Например, на аукционах зуб белой акулы из плиоцена оценивается в 30 долларов, так что зубы вполне можно считать своеобразной денежной единицей. То есть вот эта линия горизонта, которую мы видим, это та самая береговая линия. Стою я сейчас, скорее всего, на отмеле. Поэтому здесь, вероятно, я могу найти окаменелости ракушек, разных беспозвоночных. Ну, а акулы, они там в глубине. Если вы сюда все-таки выберетесь, то запланируйте провести здесь времени побольше, потому что азарт следопыта разыгрывается в полную меру, и хочется найти не только зуб акулы, но еще какие-нибудь окаменелости. Поэтому запланируйте несколько часов на этот путь, и обязательно возьмите с собой воду, головные уборы, удобную обувь, потому что здесь очень жарко, очень сухо. И только здесь, на вершине, такой свежий степной ветер.
А еще избранные ученые считают плато местом, где скрыта сакральная память человечества. По их мнению, именно здесь мог зародиться миф о легендарной Атлантиде. Якобы в допотопные времена на Мангустау располагалась древняя протоцивилизация, которую позднее уничтожил природный катаклизм. Доказать или опровергнуть эти убеждения сложно, но однозначно эти горы – свидетели удивительных преобразований планеты Земля. Маңғыстаудағы саяхатымызды жалғастырамыз. Бұл жерде жергілікті тұрғындар 362 әулие өңірі деп атайды. Маңғыстаулық көлік жүргізушілері осындай сандары бар көлік нөмірлеріне ерекше ықыласпен қарайды. Наным бойынша мұндай темір тұлпарларды 362 әулие қорғап қолдайды деседі. Мәдениет танушы Зира Наурызбаева бұл санның шығу тегін келесідей түсіндіреді. То есть вот по реконструкциям Серикбола получается так, что с одной стороны подтягивались вот эти вот, там же рядом Иран, оттуда приходили какие-то влияния суфи, вот эти все машаихи, дервиши и прочее. С другой стороны, те, кто, скажем, пришли в Южный Казахстан, они же хотели похоронить своих наиболее выдающихся деятелей туда, ближе к Мекке, к Каабе. Они, возможно, несли тела своих вот пыров, наставников, а тут море. И уже другие народы, и сложности, какие-то войны. И они оседали на Маңғыстау. И поэтому там хоронили каких-то людей, приходили ученики туда. То есть, скорее всего, с одной стороны, там шла какая-то цепь преемственности духовных орденов из глубокой древности. С другой стороны, действительно, вот в 10-12 веках там была очень сильная активность различных суфийских общин. И надо и всегда иметь в виду, что суфи, почему вот в ортодоксальном исламе к суфиям всегда с большим подозрением относятся, потому что суфи, они всегда брали какие-то доисламские вещи. И когда мы говорим о суфиях, нужно всегда иметь в виду, что, скорее всего, они вот наших, вот то, что сал-серы, это же воинские такие ордена были элитные, они, скорее всего, с ними были объединены. Настоящим чудом в этом списке святых мест являются подземные мечети, которые в отечественной мусульманской табели по значимости и почитанию идут сразу за мавзолеем Ходжи Ахмета Ясауи в Туркестане. В Маңғыстауской области насчитывается 30 подземных сооружений. Шақпағата жерасты мешті және қорымы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының аумағындағы Түпқараған түбегінің солтүстік шығыс бөлігінде. Таушық ауылынан солтүстік батысқа қарай 45 шақырымдағы Шілікқұдық шатқалында орналасқан. Батыс Қазақстандағы сәулет өнерінің ең көне ескерткіші. Сейчас мы прибыли к одному из пунктов сакральной карты Казахстана – мечеть Шақпақ-ата. Она интересна с нескольких точек зрения. Архитектурно, потому что это помещение, которое высечено в сплошной скале. Исторически, потому что воздвиг ее существующая историческая личность Шақпақ-ата. Кто он такой? Эти вопросы мы зададим местному Ширакши. Существующая историческая личность – это, конечно, сильно сказано. Внушительное количество легенд и мифов окружают это сакральное место. Люди поклоняются ему веками. Подробно изучены каждый уголок мечети и письменные свидетельства, но имя Шақпақ-ата до сих пор загадка. Нет данных ни о его настоящем имени, ни биографии. Прежде чем мы начнем размышлять, кем же был легендарный суфий, познакомимся с древним строением поближе. Осы жерде мың жылдан бері бірнеше адамдар жерленген. Түркпен қауымшылықтар да бар. Кейін мына теңіз жағада өмір сүрген осы жергілікті осы адайлар осы жерде де жерленген қауым бар. Бірінші Шақпақ-атаның кезінде жерленген олар қандай қауымнан болғаны, қандай ұлт рулары белгісіз. Осы жарғабақтың бәрінде келген адамдар жерленген. Кезінде осы жерде бала оқытқан діни мектеп болған, медресе. Күндіз сонда оқыған, түнде сол жерде жатып демалатын өздерінің бөлмелері болған. Пансионат, интернат сияқты бөлмелер. Ана жарғабақтардың ішінде. Бірақ жаугершілік уақытта жаулар келіп
намаз оқып отырғанда оқып жатқан балаларым қырып кеткен, сосын сол жерлерге жерленген. Кезінде мына жерде баспалдақ болмаған, баспалдақты алған кезде астынан адамның сүйектері шыққан, содан алып мына жерге жерленген. Мына жерде бұрын кеңес үкіметінен бері қарай қойылған белгі, бұл шамамен осы немен 10-13 ғасыр деп шамамен қойылған. Негізі Шақпақ атаның өзі жер асметінің алды осы, негізінде есігі бұрын үш жерде болған. Кейінірік, жасан әрісті бірі шысаған кезде терезден сөзден салып, есікті мені жерден шығарған. Мен көріп тұрсың, жерде баспалдақтар бар. Мені жер. Тетпе дейді баспалдақ. Екі әне жерде тесік бәрінің көріп тұрсыңдар. Біреу сол көтерілі, сон арқан, екі арқанмен, екі жіппен, біреумен көтерілетін, біреу түсетін арқан болған. Себебі осының жоғары жағында күні-түні қарауылдар тұрған күзетіп. Сосын жоғарыдан шығып, мен азан шақыратын жер бар, азан шақыран. Сол себепті мына жерден мен түскен, мына жерден тек кірген. Шығатын жерде осы жерде болған. Кейін шығатын жерін әрең есік салып, шығатын жаңа есік жасаған кейініректе. Жарғабақтың ішінде де бәрінде түгел адамдар. Яғни осы Шақпақ атаның жер астымен ішінде оқып атқан шәкірттері жерленген. Оның Шақпақ атаның 40 шәкірті деп айтады. Жаугершілі уақытта жаулар келіп намаз оқатын 40 кеткен, содан үш жерге жерленген. Біздің жолымыз болып Маңғыстаудың жерасты мешіттерімен танысуды дәл осы көшпенділердің бәдіз өнерінің жауһарынан бастадық. Қалың тастақ мүйісте ежелгі сәулетшілердің кеңістікті қалай жасағаны таң қалдырады. Үңгірдің кіреберісі ауқымды дарбаза іспетті. Первое, что бросается в глаза – форма помещения, крестообразная, весьма необычная для исламской архитектуры. И это подтверждает версию – местные племена освоили эти скалы задолго до прихода суфиев, примерно в IX веке. Подземные мечети, ну, во-первых, понятно, что это тоже все очень древние вещи, да? То есть краевед Мурат Акмурзаев, он считает, что, скорее всего, это были пещеры, в которых люди жили еще во времена палеолита. То есть это какие-то промойны были в массиве ракушечника. Зачастую вот в этих пещерах есть свои самостоятельные источники воды. То есть, скорее всего, люди поселялись в этих промойнах, потом со временем эти пещеры расширяли, раздвигали. Скорее всего, там на стенах когда-то были и рисунки первобытных людей. То есть из глубокой древности это все шло, но потом вот в исламские времена это стало восприниматься уже как жилища святых, и потом святые – это же суфийские культы, а суфии на самом деле это не были просто какие-то мистики, эзотерики, это был такой военно-духовный орден, скорее всего, суфийский. То есть вот в этих пещерах, скорее всего, люди не просто жили, молились, медитировали, там молодежь проходила военное обучение. Суфьи были владельцами этого замка много веков, и каждый метр напоминает о их присутствии. На стенах повсюду следы полихромной росписи, надписи разных времен, изображения лошадей, всадников, быков, ладоней, растительные узоры. Среди надписей выделяется суфийское стихотворение о бренности этого мира и кратковременности жизни. Оно было начертано, видимо, после окончания строительства мечети и оказалось важным источником для датировки памятника. По углам центрального зала возвышаются массивные декоративные колонны. Они тянутся к сферическому своду, в центре которого круглое окно. Широким потоком льется из него свет, освещая погруженных в молитву людей. Жоғары жақта да, осының жоғарында да 5-6 адам жерленген, мүмкін Шақпақ ата жерде семьясымен, мүмкін жанашырлары жерленген шығар деп айтылады негізі. По винтовой лестнице мы поднимаемся на поверхность скалы. Мынау міне төбесінде күмбез болған азан шақырған жер деп айтылады. Төрт жағында төрт есігі бар. Азан шақырғанда жаңғырылып, ұрым көрілді сияқты жан жаққа азанның дауысы естілетін болған. Мына жерде міне 5-6 адам жерленген, 2-3 сәби бар міне. Сосын осы жерде де міне ұлттық қазақтың өзі ойыны бар. 9-құмалақ деген. Сол жерге келіп, балдар ойнайтын болған көрсетейін қазір мына жерде. Міне,
7 күннен кейін қайтқан 8-ші күн жоқ, қайтқан 1-ші күн басталатын себебі. Бұл Алла Тағаланың өзі сондай бүкіл дүние жүзіне жасаған жақсылығы, жоспары, программасы. Сондықтан мына жерде көрдің бе? Мына күн 18 мың ғалам, күн мен түн мен екі. Сіз мына жердің бәрі арабша жазулары деп айтады. Теңіз астында сол Аллах деген жазу 18 мың ғалам жаратқан деп. Сонда екі бала екі жағында отырады да, мына жерінде тоғыз құмалағын ойнайтын болған, сонда бір ермек үшін ойнатпаған, сол кездегі балдардың санасының қабілетін, зейінін, миының дамыту үшін ойнайтын болған. Мынау осы жерден Алла Тағаланың нұры түсіп тұратын болған. Ішінде жаңа сары краскілер бар. Төрт жағында біткен не тұр ғой, жақтаулар. Сол сары краска сол біткен күннің жолағын салып қойған. Яғни ол күннің нұры деп беріледі, бірақ күннің сәулесі түсіп тұрады, бірақ ол Алланың нұры деген мағынаны білдіреді. Яғни төрт бағана төрт тұр, сол төрт қазақ атамыз айтады ғой, төрт құбыла деген болса, төрт құбыла, төрт элемент, төрт жаратылыс білдір. Вот и раскрыт секрет такого обилия изображений открытой ладони. Этот символ – суфийский священный оберег от враждебных человеку персонажей религиозной мифологии. Он перекликается с изображением руки Фатимы, дочери пророка Мухаммеда. Но кто же такой сам Шахпак-ата? Есть легенды, что Шахпак-ата, его настоящее имя – Шахмардан. Если его действительно звали Шахмардан, то Серикбол Кондбай очень хорошо это анализировал. Это царь-змей. Вот это имя Шахмардан, оно само по себе означает царь-змей, царь подземного мира. И в этом плане то, что мечети, они подземные, оно очень даже в тему. И потом на Мангостау куль-змей, он до сих пор силен. То есть даже вот у Бекет-Ата считается, что если человек ночует вот Бекет-Ата, и туда во сне ему змеи явились, это значит дух Бекет-Ата ему в виде змеи явился. Такое вот священное поклонение змеям существует. И все же мифологический змей мог воплотиться и в вполне реальную личность. По одной из легенд, прозвище Шахпак-Ата было дано храброму суфию, потому что во время битвы от его оружия летели искры, как от кремня Шахпак-Таса. Шахпак-Ата был один из ногайлинцев, кочевавших на Мангыстау и вытеснивших оттуда калмыков и туркмен. Существует и другое предание, более прозаическое. Название мечети дано из-за месторождения неподалеку кремниевого камня. Если опираться на сказания, то основатель мечети Шахпак-Ата жил в Кипчако-Нагалинский период в 14-16 веках. Был учеником ходжа Ахмета Ясауи, и это совпадает со временем проникновения в регион ислама. Правители для упрочения власти поощряли проповедников, помогали в строительстве объектов культа. Создание такого грандиозного комплекса, пусть и на основе более древнего, требовало инженерных знаний. Поэтому наиболее вероятное время сооружения уникального памятника – первая половина XIV века. Это подтверждает и текст суфийского стиха. В нем встречаются слова агуза кипчакского литературного языка периода Золотой Орды. С вершины скалы открывается панорама на древний некрополь. Его территория поделена на туркменскую и казахскую части. Возраст надгробий – от древних до поздних. Шахпак-ата мешітіне зиярат етушілер жиі келеді. Мұнда сопылар адамдарды емдейтін болған. Олар сырқат адамды үңгірде түнеуге қалдырған. Түнде оған киелер уақтар түсіп, аурудың беті қайтатын болған деседі. Әлі күнге адамдар мұнда сырқаттарынан айығуды тілеп келеді. Закатное солнце медленно погружает скалы во мрак, так же, как и тысячу лет назад. Прошедший день вызывает трепет. Мы заглянули вглубь истории на миллионы лет. Послание веков таково. Превыше всего нужно ставить память о прошлом. Нужно сохранять могилы предков для будущих поколений. Ведь существование потомков невозможно без вечного огня, национального духа и народных корней.
Алда бізді ертедегі сопылардың жерасты мекендерімен картада тиісті нүкте пайда болғанға дейін бірнеше рет атауын ауыстырған ашық аспан астындағы мұражайға көбірек ұқсайтын теңіз жағасындағы қала Форт Шевченко күтіп тұр. Отан неден бастау алады? Бұл формула қандай қосылғыштардан тұрады? Туған жер жайлы толғанғанда көз алдымызда қандай таңбалар пайда болады? Аспан түстес байрақ па? Күн сәулесінде қалықтаған қыран бейнесі ме? Сайын дала тұлпарының үйірі ме? Шұғылалы сәуле шашқан бәйтерек пе? Бәлкім Алматының заңғар шыңдары мен қар барысы болар. Әлде қарт Каспийдің толқындары шығыс Қазақстанның тау сілемдері мен өткен дәуір ескерткіштерінің ғаламат көрінісі шығар. Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни, символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухаммедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснемся к древним тайнам, услышим невероятные легенды, насладимся бескрайними просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины.